Пожаловать в программу «Дантест». Откровенно говоря, до недавнего времени ваш покорный слуга был не слишком большим поклонником японского каратэ-до. Поводом тому послужил хотя бы тот факт, что в самом начале японцы отказались от слова «китайская рука», заменив его на иероглиф на омоним «пустая рука», тем самым отрубив все корни, а известно, дерево без корней долго не живет. И тем самым японские мастера встали на путь создания пусть красивого, пусть яркого, пусть шумного, но все-таки пластмассового заменителя настоящего стального оружия, коим и является традиционное окинавское карате и китайское боевое искусство тоже. Так думал я до недавнего времени, когда в командировке в Греции случайно не встретил сенсея Микио Яхара. Вот он на фотографии в журнале разбивает ударом тоби-гери черепицу. Движения этого мастера напоминали движения тигра. В каждом ударе, в каждой стойке скрывалась таинственная опасность. Чувствовала, что мастер не на словах проповедует единственный верный принцип карате – икен хисацу, одним ударом на повал. Сейчас мы вам покажем видеозаставку чемпионата Японии по карате, где сенсей Яхара выступил с показательными выступлениями. И вот совсем недавно, буквально в этом году, отправляясь в командировку на Окинаву, в самолете, который летел в Токио, я увидел одного молодого человека со спортивной выправкой, в спортивном костюме, со спортивной сумкой с надписью «Россия» на спине. Ну, точно каратист, подумал я, потому что футболисты, хоккеисты, теннисисты в Японию, как правило, не летают. Этот парень подошел ко мне, и мы познакомились. И оказалось, что это ученик сенсея Яхара Микия, который так потряс меня своей техникой в Греции. Итак, мы познакомились с Олегом. Олег, привет еще раз. Рад был с тобой встретиться тогда в самолете. Рад, что наша встреча состоялась. И рад оказаться в додзе на твоих занятиях. А!
Знаешь, мой первый вопрос, естественно, о сенсее. Что за человек Яхара, что за боец, насколько искренние его помыслы, насколько чисто его сердце и насколько действителен и действенен этот принцип одним ударом наповал, который он провозгласил в своем новом карате. Сенсей Яхара – человек удивительный. Удивительной судьбы, удивительной души, удивительное сердце. Это человек, который любят все его ученики, все люди, которые занимаются карате и... Карате не только штокан, а других стилей. Потому что этот человек своей жизнью, своим опытом заставил себя уважать. И это дорогого стоит в нынешнем мире, в котором практически каждый человек является мастером, как он говорит, мастером какого-либо стиля, направления боевых искусств. А Микио Яхара, он об этом не говорит. Он является таким мастером. Вот одной фотографии достаточно посмотреть, что в нем действительно заложен боевой дух. Это человек Будо. Это действительно так? Да, это действительно так. И он это доказывает каждый день на тренировках. У него очень опасная работа. Он работает в охране очень крупных корпораций. Борется с японской мафией Якудза. Что значит борется? Он прям отслеживает боссов и уничтожает? Ну, практически можно сказать и так. Потому что в японском бизнесе в 90-х годах, насколько я помню, очень процветало... Вот, крышевание, да, как у нас говорят, японской якудзы над крупными корпорациями. То есть садились японские боссы якудзы и получали с этого деньги. Конечно, с этим мириться никто не хочет. И в 90-х годах правительство Японии издало указ о том, чтобы с этим начинали как-то бороться. И сенсей Яхара был вот одним из этих людей, который умел найти подходы, умел найти решение этой проблемы и сделать так, что японская якудза, она отходила от этой корпорации. Это очень опасная работа. В твоем интервью, который дал тебе сенсей, достаточно откровенно, он рассказывал об этого рода своей деятельности. И в частности, он говорил тебе, что его даже пытались убить, подсылали к нему наемных киллеров, и он как-то, то есть он справился с этой ситуацией. Да, действительно, эта история не единожды происходила, ему очень много раз приходилось драться. Драться и один на один с какими-то мастерами, и просто с, ну, как шестерками якудзы, когда это было 5, 6, 7, 8 человек. Про это существует очень много историй, про это очень много говорят. Но доподлинно не все известно, потому что сенсей, он человек очень скромный. И он в своих интервью и в разговорах, он обычно говорит, что я, наверное, просто счастливый человек, что я до сих пор живой. То есть реально это вот, ну, скажем так, как в голливудских фильмах к нему подсылали бойца, какого-то мастера, и они сходили в смертельном поединке, не на жизнь, а на смерть, и кто-то должен был уйти оттуда один человек. Да, действительно, это было так, и я знаю историю, когда на сенсея Яхара напало 6 человек с битами, с железными палками, и Яхара сказал... Не надо никому вмешиваться, я сам разберусь. И он действительно разобрался с этими людьми, и у него было только одно повреждение. Он получил гематому, когда отбивал железную палку. Соответственно, его противники были повержены. И, насколько я знаю, они были повержены очень серьезно. Я бы не хотел рассказывать сейчас некие страшные подробности, которые действительно происходили в его жизни. Но, поверьте мне, его жизнь была не сахар, и... Его жизнь – это жизнь самураев древности. Это жизнь, когда ты боролся за свою жизнь, за жизнь своих подопечных, и когда у тебя стояло на кону, либо ты умираешь, либо ты выигрываешь. Другого варианта не было. Ты знаешь, я вот лично считаю, что мне посчастливилось заговорить именно на эту тему, именно на тему японского карате, потому что во многом, чего ж там греха таить, японское карате себя дискредитировало. И многие спортсмены, великолепные спортсмены, завоевывающие кучу медалей на разного рода соревнованиях, в том числе и японских, и побеждая японцев, в общем-то... Как бы это странно ни звучало, но настоящими каратеками ты и не являются. То есть люди, вот нет духа того. Сенсей Яхара проповедует, пропагандирует истинный дух Будо. В чем это выражается, помимо того, что он разбирается с якудзой? Ну, я расскажу такую одну историю из своей жизни в Хомбу-додзе. Мне посчастливилось заниматься у сенсея Яхары в Хомбу-додзе, и это совсем другое, что заниматься у него на семинарах. Я знаю, что когда сенсей Яхара входит в зал, входит даже в само додзю, его сопровождает аура опасности. То есть это действительно опасный человек, это человек-тигр. Когда он заходит, невозможно оторвать от него взгляды, потому что он притягивает в себя взгляды
И когда мы тренируемся в зале, мы чувствуем постоянную опасность, постоянный вкус крови и вкус железа во рту, потому что понятно, что он с нами, скорее всего, ничего не сделает, с рядовыми учениками. Но при этом само его присутствие, вот это некий такой терминатор, это человек-машина, который, когда одевает кимоно, он становится машиной, то есть у него все части тела работают как машина, он делает технику как машина. На своих семинарах он говорит: я хочу, чтобы вы стали как машины. Вы должны так овладеть техникой KWF карате, чтобы ваша техника стала вашей душой, чтобы ваша техника это было ваше кимоно, чтобы вы делали, как будто вы идете на последний бой, и чтобы каждый день, каждый раз находясь в зале, каждый раз делая упражнение, у вас в голове было осознание того, что если вы не будете делать эту технику правильно, то эта техника будет для вас пустой. Это не будет будо. Будо – это концентрация. Когда заканчивают тренировку в хомбу-додзю, обычно происходит уборка хомбу-додзю. То есть становятся все ученики в ряд от 6-го дана и до 1-го дана. Берут тряпочку и начинают вдоль зала оттуда и обратно бегать. И это очень тяжелое упражнение. Для меня это, не знаю, для меня вот лучше всю тренировку еще раз пройти, чем вот это сделать. Потому что болят бедра, болит пресс, болят руки. Уже невозможно двигаться. И когда ты добегаешь до конца зала, у тебя одно желание. Допрыгнуть до него, вот немножко проскочить. И как бы немножко себе сделать полегче. И я один раз обернулся и увидел сенсея Кавасаки. Это лучший ученик сенсея Ехары. Это шеф-инструктор, ну как бы хомбу-додзю, директор технический хомбу-додзю. И я видел, как он делает это упражнение. Он проходит все, весь зал до конца с концентрацией. То есть он не прыгает, не бегает, он не пытается облегчить себе жизнь. Вот мне кажется, эта концентрация, это и есть будо. Это и есть жизнь в будо. Это и есть карате но мичи. Ведь японцы, заменив иероглиф карате, путь китайской руки на путь пустой руки, в общем-то, сыграли сами с собой злую шутку, что действительно получилось, что рука-то пустая на поверку. Рука, не обладающая реальной силой, не обладающая тем самым ударом, одним ударом на повал, и чигеки хисацу, и кен хисацу. Ну, бог с ним, не будем это обсуждать. Название изменилось, стало не каратэдо, а карате но мити. То есть это тот самый путь, то, что мы говорим в поговорке «бунумиттива рейнио хадзимари рейнио вару» – боевое искусство начинается с поклона и поклоном заканчивается. Митти, вот этот путь, он вошел в название этого стиля. Почему? Поясни. Я бы хотел немножко начать издалека и вернуться к первой части вопроса, как раз и кенкисацу. На самом деле я не могу согласиться с тем, что это недостижимая цель. Когда смотришь на сенсея Ехару, то понимаешь, что его удар, он станет последним. Значит, здесь дело не в неком мифе, не в некой сказке, а в нас самих. Почему мы не можем этого добиться? Как он смог добиться этого? У меня есть очень хороший друг в хомбу-додзю, директор по международному маркетингу Пол Календарь Умезу. И он мне как-то писал в письме очень интересную вещь, которая меня очень глубоко затронула. Он мне написал: проходила тренировка после чемпионата мира. Сенсей Кавасаки, ну, был травмирован, не мог выступать. И он ему сказал, сенсей Ихара: Пол, у тебя большое тело, ты будешь мне ассистировать. И он мне написал, что у него было после этого сломаны несколько ребер, разбит нос. И там была очень интересная ремарка. Он написал такую фразу, которая меня глубоко действительно тронула. Он сказал, что если бы сенсей Ихара хотел, он бы меня убил. И это была бы очень быстрая и, наверное, очень легкая смерть. То есть это действительно реальный удар. Просто к этому надо стремиться. Это нужно работать. Это нужно работать не только в зале. Это нужно работать со своим сознанием. Смотрите на канале «Боец» программу «Дантест» с Николаем Коровиным.
Дан – это уровень мастерства. Тест – проверка. Дан-тест – это проверка на мастерство. Но не только на татами или в зале. Это проверка самой жизни. Кто они, люди, идущие по воинскому пути и всю жизнь посвятившие изучению боевого искусства? Какие проблемы волнуют их? Как относятся они к современной реальности? Как преодолевают жизненные трудности? Истинный мастер определяется не только искусством поединка, но и искусством жить. Программа «Дантест» рассказывает о ведущих мастерах будзюцу, как российских, так и зарубежных. Вы узнаете неизвестные факты из жизни великих мастеров прошлого. Побываете на тренировках в залах выдающихся сенсеев. Мы расскажем о самых различных направлениях будзюцу, как широко известных, так и совсем неизвестных нашим зрителям. Мы научим вас, как вести себя в экстремальных ситуациях и как с честью выходить из любых трудностей. Смотрите программу «Дантест», и вам будет о чем рассказать своим друзьям. Автор и ведущий программы Николай Коровин. У вас написано «Бойцовский клуб». Значит, ну я уже знаю, что там говорить. Я знаю, что вы боец с 25-летним стажем. То есть все стили, и карате, и дзюдо, и самбо, все, да? 25 лет – это очень большой срок. Здесь, работая в ринге с Олегом, с героем нашей сегодняшней программы, вот вы чувствуете, что Олег – представитель именно карате. То есть это не бокс, не джиу-джитсу, а именно карате. Это чувствуется или нет? Да, конечно. В данном случае я могу сказать об Олеге следующее, что он один из наиболее техничных представителей этого направления. Вот все, что он делает... Делает очень правильно с точки зрения карате. У него великолепно работают бедра, очень длинные удары, что является, наверное, характерной чертой для карате. В 2005 году я приехал в Японию. Мы приехали, вылетели из Москвы в понедельник, прилетели во вторник тренировка с сенсеем черных поясов. У нас буквально в субботу начинается чемпионат Японии. И сенсей сказал на тренировке, у нас сегодня будет кумите. Поэтому мы работаем аккуратно, без крови, без контакта. Потому что у вас впереди соревнования, не надо травмироваться. У нас было 6 боев. 5 боев закончились кровью. Я понимаю, что для хомбу-додзю, для инструкторов хомбу-додзю, контакт, когда тебя выносят просто из зала, это звучит несколько, может быть, шокирующе, потому что в нормальной жизни, вот спрашивают, зачем тебе это нужно? Зачем ты выходишь в зал, чтобы тебя там били? Но ты преодолеваешь себя. Ты выходишь в зал, и ты заряжаешься этой энергией. Ты видишь глаза сенсея, и ты понимаешь, что лучше умереть, чем себя опустить в его глазах. Это действительно так. И нужно биться, как боец, как бился он. И только тогда ты станешь лучше. Ну, это действительно очень тяжело. Это страшно. Это страшно действительно, потому что, когда выходят инструктора к хомбу-додзю, младшие инструктора, сенсей Кавасаки, начинают делать дзюйпон-кумите, технику, которую сенсей Ихара ставит основной. Это и есть техника икен-хисацу. То есть один удар, и больше ничего не должно быть. И это нарабатывается как раз вот в тренировочном процессе. И когда они выходят друг с другом, ну, ты понимаешь, что вот если бы они хотели, то один остался бы лежать. И действительно есть такие случаи, когда они сталкиваются, и один человек падает. И когда ты смотришь на это, ты понимаешь, что тебе нужно расти и расти еще. Что расти не только технически, но и преодолеть себя, чтобы ты видел глаза этого человека. И у тебя не было никакого сомнения, у тебя не было шага назад, у тебя не было никаких движений вправо-влево, ты шел на него. Это очень страшно. Это очень страшно, но это основа его карате. Основа карате не здесь, основа карате здесь. Вот если ты преодолеешь этот шаг, откинешь все, тебе не важно будет, попадет он тебе, не попадет. У тебя есть только один удар, один выстрел. И если это наработается, если это преодолеется здесь, то это будет KWF карате. В интервью, когда ты спросил сенсея Яхара, как сам он занимался, кто был его учителем, он говорил, что он страшно боялся своего сенсея, тот был действительно страшен. Но однажды он сказал, что я его все-таки победил. Не в том плане, что он вырубил его в кумите, а он сказал сенсей, что все меня боятся, а ты меня, подлец, не боишься. Да. Это так было, да? Да, да. Его учитель Яну сенсей, это был очень опасный человек. Это был зверь. Это, я думаю, что это такой прототип Ихара-сенсея. На самом деле, вот в тот момент
И Йихара сенсею помогло преодолеть этот страх, только его вот желание быть лучшим, его гордость, вот гордость самурая. Это очень важно. Я думаю, что у нас, у русских, гордости это очень много. На самом деле, что нас сближает и делает нас ближе японцам, за что нас японцы действительно любят и уважают. Да, они нас действительно уважают. Скажи, Олег, вот довольно было интересно встретить тебя в самолете, но обычно наши делегации летят там по 20, по 30 человек, спонсоры, примазавшиеся, сочувствующие, жены, полупьяные какие-то люди едут еще тоже в спортивных надписях России на спине. В общем, много народу летит. Спортсменов не так много, как сочувствующих много. Ты был один. Ты один ехал, летел в этом самолете, там 10 часов до Токио, потом мы расстались, мы полетели на Окинаву, ты поехал по своим делам. Как ты вообще попал в этот самолет? Как, что тебя занесло на эту галеру и за каким чертом? Визит мой в Японии был приурочен к 4-му чемпионату мира KWF, который проходил в Токио в Японии. Событие действительно знаменательное, проходит раз в 2 года, поэтому я, как ученик сенсея Йихары, ну, не мог его пропустить. Посмотреть на других бойцов, показать себя. Ну, и я просто люблю Японию. Ты собрал манатки и поехал? Да, я собрал манатки, причем это произошло буквально за полтора месяца, наверное, до чемпионата. До этого, буквально за 3 месяца чемпионата мира, я был в Японии на чемпионате Японии. Вот. И решил поехать, что мне нужно. Меня звали туда, говорили, приезжай. На спине сейчас у тебя номер. Это номер... Да, это номер чемпионата. Ну, повернись, мира. Покажи. 200... Какой? 239-й. Ага. Родной. Да, это мой родной номер. Честно, доставшийся мне кровью и потом. Как ты выступил? Выступил я считаю, хорошо. Стабильность – признак мастерства. На чемпионате Японии я проиграл в полуфинале, на чемпионате мира я проиграл в полуфинале. Причем по дороге я одолел достаточно сильных японцев, на которых я, честно, настраивался. Я настраивался на них очень серьезно. Я не давал себе никаких послаблений и мысли, что он японец, он инструктор Хомо Додзю, значит, я должен проиграть. Я сдавал на 2-й дан. Ему? Ему. Всему в Шиханкаю. То есть не только ему, а всему Шиханкаю. Во главе комиссии, конечно, сидел Микио Йихара и еще ассистент главного инструктора Акихито Исака. Великий человек в карате действительно. Это была трудная для меня поездка и трудная очень аттестация. Я думал после аттестации, что я не смогу сдать, что все было очень плохо. До этого я очень долгое время не тренировался, я буквально тренировался где-то 1.5 месяца до сдачи и думал, что все очень плохо. И потом, когда я шел по спортивному комплексу со своими вещами, я встретил сенсея Йихару. И он мне сделал вот такой, я склонил сиос, пошел дальше, и у меня закралась такая мысль. А что же он мне так махнул? Может, все хорошо, может, не все так плохо. И возвращаясь уже обратно по полутемному переходу, увидел сенсея, он меня подозвал к себе и сказал, ты сдал. Ты сдал, и ты был номер один на этой задаче. Ну, конечно, у меня выросли крылья за спиной, потому что похвала сенсея очень дорогого стоит. Во-первых, он не всегда и не всех отличает европейцев, скажем прямо. Но вот эта вот похвала, она, конечно, показала мне, что мой путь в карате, даже с какими-то неприятными моментами, но он, наверное, шел в правильном направлении. Наверное, что-то я делал правильно, и даже когда я не занимался, я вспоминал слова сенсея, я вспоминал интервью, которое я делал с ним, я читал про него, общался с людьми, и у меня в голове было будо карате, вот его будо. Я пытался понять, что такое будо карате, потому что понять для европейца очень сложно, даже в Японии это не все понимают. И, наверное, вот что-то такое было у меня правильное, по мнению сенсея Йихары, что он мне сделал такой комплимент. Причем обычно в Японии никогда не говорят сразу, что ты сдал. Официальные результаты экзамена были только на следующий день, в день чемпионата Японии. Ну, мне повезло, я не мучился всю ночь, я хорошо спал,
после такой похвалы сенсея. Ну, и, конечно, это придало мне сил для того, чтобы тренироваться дальше. Вот это название, в которое вошло слово «путь», «мити», «путь» по-японски. Вот что же это за путь такой, из чего он складывается, путь бойца? Я думаю, что этот путь у каждого свой, потому что в настоящей жизни, ну, конечно, мы не выходим на улицу, мы не деремся. У нас нету такого необходимости брать меч, брать ножик, брать пистолет, и слава богу, Но здесь у нас есть хороший пример Микио Ихара, хороший пример его жизни. И работая в зале, работая на соревнованиях с правильным настроем, с правильной концентрацией, с правильным пониманием того, что ты делаешь, с правильным пониманием цели, которой ты хочешь добиться, это и есть этот твой путь в карате. Если ты выходишь на соревнования, начинаешь бить, думая о медали, пытаясь там ударить, и расстраиваешь, что ты не завоевал эту медаль, то это не путь карате. Если ты, выходя на соревнования, работаешь на соревнованиях, проигрываешь, выигрываешь, это уже становится неважно, это сиюминутно. Но после этого ты начинаешь анализировать, думать и стремиться к тому, чтобы твоя техника стала лучше, то это и есть этот путь. Это есть, когда человек работает над собой, и работая, он становится лучше. А если человек становится лучше в чем-то одном, то, как правило, он становится лучше в чем-то другом. Готовясь к этой встрече, мы с тобой у тебя дома собирали вещи, журналы какие-то, ты произнес одну фразу, которую я всегда звучу во всех своих публичных и непубличных выступлениях, что в карате нет секретов, их просто нет. Каждый секрет заключается единственное в том, что это трудолюбие, и работа с утра до вечера над собой, в самосовершенстве. Это самый главный секрет. И удивительно, что ты сегодня произнес те же самые слова, которые я всегда говорю. Все-таки мне хочется твою позицию по этому поводу услышать. Ну, я думаю, что это не только моя позиция. Это позиция сенсея Ихары и всего хомбу-додзи. Я же не просто так езжу в Японию. Не для того, чтобы посмотреть на цветущую сакуру. Не для того, чтобы подышать японским воздухом и пожить в хорошей гостинице. Езжу туда для того, чтобы я мог заниматься там. Каждый год, когда я приезжаю в Японию, а я уже, слава богу, езжу каждый год в Японию, приезжая в хомбу-додзю, я вижу, что они делают одно и то же. Нету никаких секретов, нету никаких каких-то там вот моментов, которые пытаются найти у нас русские люди, думая, что если сенсей приезжает и показывает одно и то же, значит, он просто зарабатывает деньги на этом. На самом деле это не так. KWF карате – это очень сложный карате, это технический бриллиант карате. И вот на огранку этого бриллианта нужно очень-очень много времени, очень-очень много терпения. И сенсей Ихара на техническом семинаре, который был перед чемпионатом мира, когда собрались все международные инструктора, когда он объяснял новые требования, экзаменационные требования, как должен проходить экзамен, он сказал очень простую вещь. Что в карате секретов нет. Ваше карате зависит от количества ваших повторений. Одному человеку нужно повторить 10 тысяч раз, чтобы эта техника стала его. Другому человеку нужно повторить 50 тысяч раз, чтобы техника стала его. Это единственный секрет. Секрет в трудолюбии. И ты приезжаешь в комбо-додзю и делаешь постоянно одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же, одно и то же. И вот это вот наматывается, наматывается. Ты уже стоять не можешь, у тебя уже руки дрожат, ноги дрожат. Ты уже весь мокрый, с тебя уже все капает. Ты постоянно делаешь одно и то же. Но для того, чтобы техника стала смертельной, это единственный путь. Миллион ударов, только тогда у тебя удар станет действительно сильным, действительно мощным и действительно очень-очень-очень опасным. Для твоего противника. Если ты будешь делать и думать там о каких-то секретных бункаях, о секретных там каких-то вещах, положениях и выдумывать их для себя, то ты просто пойдешь другим путем, более извилистым. Путь карате, он достаточно прямой. Он находится вот здесь и в твоем трудолюбии. Заканчивая нашу беседу, я вспоминаю древнюю мудрость, которая говорит о том, что любому человеку не обязательно воину голову надо держать низко, глаза высоко, не быть многословным, а сердце иметь широкое, и тогда люди к тебе потянутся. Я думаю, что наша с тобой беседа, она явилась лишним доказательством вот этой древней мудрости и сенсей Ихары, да и мы тоже стараемся всячески следовать этому пути. Спасибо тебе большое за встречу. Аригато гадзаймасу.